Ребят, сейчас еду с Максимом Вылегжаниным. Он во второй зоне идет на тренировке, я в пятой. У меня уже 150, 180. Вложу стрелочку. Ну-ка, сейчас затестирую. По-моему, он будет тихо. Тише на парахите. А я на галихе еду. Ничего. Вывозят, вывозят, ребят. Нет, не вывозят. Шансов нет против чемпионов у офисного планктона. Итак, Максим, здравствуйте. Вы такой человек, что вас не нужно представлять аудитории, поэтому давайте сразу перейдем к разговору непосредственно о спорте. Добрый день всем. Давайте перейдем. Смотрите, вы в сборной выступали на высшем уровне с 2005 по 2019 год, то есть это 14 лет на высшем уровне. И вот за эти годы выступлений наверняка же методика тренировок изменилась. То есть так, как вы тренировались в начале своей карьеры в 2005 году, и те тренировки, которые вы выполняли уже в 2019, я думаю, они были очень различны. Безусловно, есть разница, что мы тренировались в детстве, а что я потом тренировался последние годы. Конечно же, это меняется. Наверное, меняется подготовка каждый год. Что-то не полностью, не кардинально, а что-то, скажем, что получилось, что не получилось. Постоянно смотрели с тренером, какая у нас была слабая часть, или наоборот, что у нас хорошо получилось, плюсом. И вот, исходя из этого, наверное, как раз меняли последние там 4, 5, 6 лет. Постоянно каждый год, каждый сезон был направлен на что-то новое. Вот, например, если взять, ну, допустим, 2005, там, 2007 год, вы тогда выполняли большие объемы, например, или было меньше силовых. Вот хочется сравнить какие-то акценты, на что сдвинулось в современных методиках. Если брать вот как раз 2005-2006 года, это все-таки, я считаю, что только становился мужчиной, как раз вышел с юниоров несколько лет. Была очень много направлена общая подготовка, физическая подготовка. Также были объемные, но и в 2019 году были объемные тренировки. Разница, наверное, была, что вообще в России у нас, я думаю, в подготовке поменялось, что в последние годы добавилось очень много именно работы, темповой работы, именно вот с работы с лактатом. Когда вот в 2009 году первый раз мы начали работать именно с лактометром, с лактатом, ускорение, именно не в полную силу, а где-то с запасом, именно как соревновательная скорость. То есть начался вот именно контроль за тем, чтобы не перебрать с интенсивностью и провести тренировку так, как нужно. Да, да, вот именно, скажем, немножко была поменялась методика. До этого мы делали скоростные, максимально скоростные, а тут было очень, скажем, мне, например, было намного легче так тренироваться. Ты потому что ускоряешься, не в полную силу, но ты делаешь эту работу, ты можешь посмотреть на часы, там, как ты едешь по пульсу, по лактату. Для меня это было намного проще, и вот как раз в этом году, 2009 год, как раз чемпионат мира, и до... Да, чемпионат мира в 2009 году, как раз Ванкувер, сезон Ванкувера, у нас были очень хорошие результаты. Тренировки выполняются по лактату, где-то 2 раза в неделю вы выполняли такие интервальные, вот эти вот темповые, или нет, по частоте в среднем? Да, примерно где-то 2 раза в неделю мы выполняли по лактату. Первый раз, первые тренировки, наверное, ты работаешь с лактометром, чтобы понять, определить пульс твой, чтобы ты понял ощущение. Вот, когда молодой спортсмен только начинает работать, на лактате всегда бывает проблема, он или завышает, или наоборот не добирает. Ну, например, проработав сколько-то тренировок, там 5-6 тренировок, месяц или 2, ты уже можешь спокойно работать без лактометра, ты начинаешь чувствовать свой лактат. Это здорово. Понял. И вот если по цифрам говорить, то есть, например, вы выполняете темповую тренировку, вот это вот. Какой лактат должен быть? 4, там, ну вот именно в единицах, можете сказать? Да, 4,5, 5,5. 4,5, 5,5. То есть это лактат, который соответствует, ну, уровню ПАНО, я правильно понимаю? Да. И суть в том, что не нужно завышать, правильно? Потому что если ты завышаешь, то это состояние, когда ты уходишь в долг, ты в таком состоянии на самом деле всю гонку не вытерпишь. Нет, я скажу, что это состояние ты вытерпишь, если брать, например, результаты гонки, ты все равно лактат завышаешь, там выходишь на 11-12 лактат, плюс весь твой пульс, скажем, средний пульс гонки, он всегда выше, чем пульс ПАНО. Угу. Это много теорий, когда мы разговаривали с научными сотрудниками, как так вы говорите, что выше ПАНО? Нет, просто если работать выше ПАНО, выше, больше лактата, например, на лактате 6-7, у тебя начинают именно разрушаться мышцы, в мышцах все митохондрии, все начинают разрушаться, и поэтому восстановиться после этого бывает сложно. Поэтому если ты когда видишь очень много гонок, всегда бывает спад, потому что все, что у тебя есть накопленные митохондрии, мышцы, ты разрушаешь их, и в конце уже становится бежать тяжело, особенно, скажем, в конце сезона кому-то. И поэтому, чтобы не было такого, ты как раз эти тренировки работаешь, не разрушая мышцы, ты работаешь, развиваешься, но не во вред себе. Окей, а вот пульс, такая тема, все любители очень любят спрашивать, какой у вас пульс ПАНО? У меня пульс ПАНО, скажем, где-то работал 174-175. Это ПАНО, да, ваша? Мой пульс ПАНО, да. А он с годами у вас изменился, нет? Меняется. Наверное, не сильно менялся, пока я тренировался, так скажем, он варьировал, скажем, от моего самочувствия, состояние, но все равно от 172 до 175, скажем, это не такая большая разница, варьируется. В этом году лето очень провел слабо, скажем, ушел с сборной команды, были другие дела, и вот начал более-менее плодотворно тренироваться с сентября, с 1 сентября как раз сделал один выездной сбор, тоже несколько работ сделал как раз лактометром. И у меня лактат упал достаточно до 166-168 стал. На 7-8 ударов. В смысле, ПАНО упал или что? Пульс ПАНО упал. Это вот сейчас, потому что, ну, вы меньше тренируетесь, да? Да. Понял. А максимальный пульс и пульс покоя какой? Максимальный пульс, он, конечно, с каждым годом падает. Раньше, я помню, там 2005-2006 года разгонял до 200. Сейчас, наверное, где-то 188, 189. Вот это вот на финише, да, вы видите? Это на финише, да, как раз, наверное, в прошлом году был один из максимальных пульсов как раз на Холменколлене. Это прям такая из последних самая яркая гонка была. Ее все болельщики сборной России смотрели со счастьем и со слезами на глазах. А пульс в покое какой у вас? В районе 40. В районе 40, да? Это, конечно, очень низкий. Сейчас все любители вздохнули, посмотрели на свой 65 в покое и поняли, что нужно больше тренироваться. А вот именно если по силовым сравнивать, было такое, что, например, сейчас, ну, современная методика предполагает больше работ на максимальную силу с весами в тренажерке в сравнении, допустим, с 2005-2007 годом? Действительно, мы, скажем, начинали с круговых силовых. Но я нисколько не отказываюсь от этих круговых силовых, силовых в динамике. Все равно я их продолжаю делать. Все-таки максимальная сила направлена в зале. Сейчас она, скажем, тренд такой, не знаю. Но все равно я не особо уделяю этому внимания. А максимальная сила нужна именно для таких финишных спортовских движений, где ты должен именно взять, скажем, больше вес, именно подтолкнуть себя быстро и резко. И все-таки вся эта силовая, она направлена именно на финишное ускорение. Все равно у нас вид спорта, он длинный, он цикличный, поэтому я скажу, что именно силовая, цикличная силовая, она тоже очень хорошо влияет, и я от нее не отхожу. Цикличная силовая, в смысле, имеется в виду, что вы пришли в зал и выполняете с более легкими весами? Или? Нет, я могу ее сделать и на улице с какими-то весами, те же самые прыжки, как мы делали, и, скажем, есть периоды, где ты 30 секунд отдыхаешь, 30 секунд работаешь, есть где ты делаешь силовую, 30 секунд делаешь упражнение, 30 секунд ты не отдыхаешь и как раз наоборот бегаешь, не до восстановления делаешь. Мы как раз где-то в 2010-2011 году перешли к такой силовой динамике, что мне тоже, скажем, дал очень хороший прогресс, именно продвинулся. То есть это силовая на улице, да, с какими-то? Ну, нет, можно это и в зале делать. Я делал ее, что ты делаешь силовую, только ты не бегаешь по залу, ты можешь поскакать на скакалке. Именно такая силовая, не домостановление, примерно приближенно к силовой, когда ты едешь где-то на лыжах, сначала ты работаешь на руками, все равно ты дальше, темп у тебя падает, ты полностью не восстановился, начинаешь следующий подъем идти. А если вернуться вот сейчас к скоростным интервалам на панно, да, когда лактат измеряется, какой продолжительностью у вас эти интервалы и сколько восстановления, сколько подходов делаете вы? Ну, вообще, если брать, скажем, с весны, и они, конечно же, постоянно меняются, ты чередуешь их по-разному. Если чем, скажем, ну я стараюсь делать это вот 3 минуты, начинаю делать 3 минуты, с отдыхом минут 5. Потом перехожу на 6 минут, на 9 минут, на 12 минут. Понятно, если я делаю 3 минуты, то я делаю раз 12, могу и 14 сделать. Если я делаю по 6, то я делаю раз 8. Если я делаю уже по 9, то я делаю раза 4, 6. Ну и понятно, вот такой примерно. Ты смотришь, к какой гонке ты готовишься. Все равно все гонки, если ты бежишь 10-15 километров, примерно стараешься, чтобы твоя работа строилась там от 40 до часа именно работы. Поэтому, смотря сколько ты ускоряешься, чем ближе ускорение, тем меньше повторов. Если брать, скажем, зиму, чем ближе время гонки к старту, то ты уже делаешь не 5 минут отдыха, а делаешь 3 минуты отдыха. Пробовали по-разному, я знаю, что группа Крамера, они постоянно отдыхают 3 минуты, делают много скоростных. Я тоже один сезон пытался, попробовал так, но я понимаю, что к сентябрю я выхожу на пик формы. У меня очень хорошее самочувствие в начале сезона, что мне не нужно, поэтому, скажем, таким опытным путем я начал делать летом отдых больше, чтобы не выходить на пик форму раньше, поэтому, а уже зимой делали 3 минуты. То есть вот для вас зависеть, как бы, да, человек быстро разгоняется, не быстро. Мне достаточно несколько скоростных, чтобы разогнаться. Ага, и вы уже выходите на пик формы. Да. Именно вот такие вот тренировки, ну, интервалы на панно, да, то есть не больше, а вот именно вот такие, они уже вас разгоняют. Да. А если смотреть уже перед сезоном, вы делаете более жесткие интервалы, ну, за панно туда? Мы делаем, наверное, как раз, когда уже начинается как раз сезон, какие-то основные старты, куда ты подводишься. Конечно же, ты делаешь выше панно, жесткую работу, как раз именно, чтобы организм получал молочную кислоту, уже мышцы понимали, как работать, как с ней справляться. Делаем жесткую работу как раз, наверное, как раз там, как раз когда ты заезжаешь на сбор перед каким-то основным стартом, и там уже делаешь. То есть такая работа, например, для кого-то, ну, например, вот сейчас старты в Рованиеми, ну, в финском, да, то есть, допустим, для тех спортсменов, которые уже отобраны в национальную сборную, эти старты могут быть, в принципе, как разгоняющая работа. Не обязательно отдельно делать и потом еще здесь убиваться на гонке. Не, конечно. То есть можно и вот так вот. А смотрите, вы же наверняка каждый год проходите тестирование, на котором измеряются мощности, там мощность на аэробном пороге, на анаэробном. Не знаю, как у вас у спортсменов раздельно, наверное, на ноги и на верхний плечевой пояс делается. Не, много тестирований проходим 2 раза в год, конечно, весной и осенью. Проходим. Проходите, да? Да, в чем вопрос? Можете сказать ваши показатели, то есть на ногах и на руках какие мощности? В ваттах? Нет, не могу, потому что не знаю. Не помните? Я вообще к этому обследованию как-то отношусь не так серьезно. Все-таки это в зале, это не на лыжах, это, скажем, что-то приближенно. Сделать из него панацею, что вот у меня, я там выкручил или выдавил, выкрутил, не знаю, что-то увеличилось. Я думаю, что все состояние смотрится именно. Для меня лучше это когда на тренировках, когда я делаю какую-то работу, знаю, сколько ускорения сделал, на каком пульсе, упал у меня лактат, выдержал я лактат. Наверное, именно сам тренировочный процесс, он мне больше дает информации, в каком я состоянии, что делать, чем, скажем, какие-то обследования. Просто сейчас очень много хайпа идет, что наука вошла в спорт, типа мы сейчас, допустим, провели тестирование, ну, к примеру, на ноги и на руки, замерили мощность, аэробный порог, анаэробный, измерили максимальную, потом составили тренировочную программу, допустим, там, да, провели цикл, месяц потренировались, и потом при помощи тех же измерений увидели, произошел ли прогресс, прирост показателей тренируемых или нет. А вы, получается, больше практик, то есть вы чувствуете организм, то есть провели конкретную гонку на лыжах, на лыжероллерах, тренировались, снова бежим контрольную и смотрим результат. Да, я больше такой, наверное, потому что все вот эти тестирования, наверное, ты больше смотришь моменты какие-то, в чем-то, может быть, как раз в своих мыслях убеждаешься, слабже у тебя ноги, сильнее, скажем, соотношение, работал ты над чем. Вот именно, наверное, для анализа больше, а не для того, чтобы как панацея. Те же самые, я знаю, что многие смотрят там, за результатами часов, сколько надо отдохнуть по часам, спортчасы, там, отдохнуть на 12 часов, там, 18, там, прогресс, у тебя не прогресс. Я думаю, что это, сколько мы тренировались в сборной команде, там, ты постоянно бываешь, или перетренирован, тебе говорят отдохнуть. Я говорю, если тренироваться по часам, то вообще тренироваться особо не надо. И как-то вот я больше, наверное, всегда... Сколько работал, делаешь именно, смотришь состояние по практике, а не по каким-то тестам. Ну, то есть по самочувствию, да? Конечно. Но, окей, но бывает же, допустим, что самочувствие не очень или наоборот хорошо. Вы таким не пользуетесь? То есть, например, сдать анализ крови, посмотреть характеристики и понять, что, допустим, да, вот все хорошо, вот такие анализы. Или, например, самочувствие не очень, в чем причина? Не пользуетесь этим? Ну, у нас в команде, конечно же, всегда есть биохимия, сдавали. Но вот как бывает обычно, когда у тебя классная биохимия, все, вроде ничего нет, у тебя самочувствие, ну ты не бежишь. Где-то что-то, загруз какой-то еще, или нормально бежишь. А тебе тяжело, ты, ну, действительно, бывает тяжело или не бежится, вообще ноги тяжелые. Смотришь, там, и мочевина, там, и кредит, все, в принципе, в норме. Но не бежишь. То есть, правду говорят, что ты не узнаешь свое самочувствие, пока ты не выйдешь на гонку и не вработаешься. И уже по ходу гонки ты понимаешь, в форме ты или нет. Да, я скажу, что, наверное, вот я к такому мнению отношусь. Вот смотрите, группа, вы всю жизнь тренируетесь у Олега Арестовича. Почему всю жизнь? Ну, у Бородавки 10 лет тренировался. А, это вместе с Александром Левковым, еще, да, я так понимаю, в юниорском возрасте. Ну, это, получается, с 2000 года до 2010 года тренировались с Бородавкой. Все, то есть вы прошли две школы. А вот по вашим воспоминаниям, какие-то плюсы и минусы можете выделить у Бородавка? Ну, или можно просто сказать фишки, наверное. У каждого тренера же есть свои изюминки. Ну, мне очень повезло с тренерами, что... Бородавка дал мне очень много, я скажу, что там много опыта, плюсов. Считаю одним из лучших тренеров, скажем, ну, вот, скажем, каких-то минусов. И нашел с ними общий язык, и все здорово. Также и с перевозчиком, ну, скажем, с моим личным тренером, мы дальше продолжили после 2010 года работать. Еще, скажем, я тренировался с ним 10 лет, тоже много плюсов. Сказать какие-то минусы у меня нет. Наверное, есть какие-то, бывают, рабочие моменты, но так вот в основном, если брать, оба они нацелены на результат, смотрят твое состояние, постоянно думают, как провести тренировку, подвестись. Ну, в общем, очень хороший тренер. Просто если, например, взять Бородавка, знаете, наверное, есть такой журнал «Ски спорт». Вот. Завсегдатаи спорта любят писать, что типа Бородавка гробит молодежь, непомерные объемы, интенсивность, типа скоро всех замучает. Слушаешь интервью там с Большуновым, с Непряевой, они рассказывают, что наоборот Юрий Викторович очень, как сказать, беседует, следит за самочувствием каждого атлета. То есть он не бездумно дает большие объемы, а знает, где, допустим, можно побольше добавить, а где, наоборот, дать отдохнуть. Ваше мнение какое? Ну, я считаю, что он грамотный тренер. Мы когда с ним тренировались, бывает команда, что действительно уже ты там сделал какую-то работу силовую, у него в плане стоит, скажем, какая-то еще работа или еще что-то. А что мы делали именно просто кросс, ну, какая-то легкая работа всегда менялась, аэробная. И поэтому, не скажу, просто понимаете, наверное, Это в любом виде спорта, наверное, с любого тренера. Это проходит естественный отбор, что, скажем, дается нагрузка, именно нагрузка та, чтобы спортсмены показывали результаты, и кто с ней справляется, кто к ней готов, а тот показывает результаты, кто не справляется. Но я думаю, все понимают, что не все разыгрывается всего одна медаль, одно первое место, и не могут быть все первыми и все лучшими. А все равно, наверное, как раз в тренировочном процессе, что у Бородавка, не знаю, что у перевозчиков, что у Крамера, все равно есть, скажем, кто бежит, кто не бежит, кому, кто переваривает эту нагрузку, кто нет. И каждый тренера, что Бородавка, перевозчиков, Крамер, они все стараются, скажем, если кто-то немножко не тянет, искать какой-то подход и избавлять. То есть идет индивидуальный подход к каждому спортсмену? Я думаю, что да, конечно же, сколько мы работали, что с Бородавкой, что с перевозчиком. Это так и было, когда уже спортсмену или, например, сдали кардиограмму, биохимию, и идет какие-то, скажем, отрицательные моменты, то тебе меняет тренировку. А если посмотреть вот по объемам, где идет больше объем в часах, километрах, примерно поровну и у Бородавка, и у Перевозчикова? Или где-то есть какие-то, у одного больше, другого меньше? Нет, знаете, у них очень, так скажем, подходит какая-то методика одинаковая, скажем, Бородавки. Вот я, скажем, не знаю, как сейчас, но вот в то время, скажем, что ты только пришел в сборную команду, ты юноша, юниор, ты еще не креп, и поэтому у нас было очень много силовой, но я считаю, что это правильно, так и надо. Ты должен как раз заложить базу, сделать все это для дальнейшей работы. И поэтому у нас было очень много силовой, также очень много силовой у Перевозчикова, когда он и работал с юниорами, и сейчас, поэтому я скажу, что они почти работают одинаковые. Угу. А по объему можете сказать, сколько, в часах, километрах в год, сколько у вас получается? Или, допустим, какие изменения, там раньше было больше, сейчас меньше, сравнить? Не, конечно же, скажем, если брать 2005-го, все равно постоянно объем рос, там растет, или рос, или растет, скажем, как потом, скажем, в районе 10-11 тысяч у нас получалось за год. Были года, например, когда мы уходили, наоборот, с объемов, уходили на скоростную, то больше работу в темповую, объем оставалось. Следующий год мы работали, наоборот, над объемом, когда тренировки длились там по 3 часа постоянно, вот, и там, скажем, он был больше. Сказать, что там каких-то постоянно ты за год увеличиваешь на 1000 километров, нет такого. Наверное, он как раз вырос где-то до 10-11 тысяч, и так и держится в последнее время. А в часах это сколько? 800, 1000 часов в год? На перевести. То есть вы считаете километры, а часы не считаете. Но я понимаю, что это в районе 1000 часов в год примерно, такой, видимо, так, показатель. Наверное, да. Это очень солидные последние цифры. Скажем, года 2-3. Конечно же, заполняешь, я знаю, что заполняешь данные в часах, раньше в километрах, сейчас в часах заполняешь. И все тренировки сейчас длятся уже не в километрах, а в часах. Вот такой момент. Мне кажется, что сейчас с появлением соцсетей, инстаграмов, лыжные гонки стали более открытыми для болельщиков, спортсмены могут получать больше внимания в сравнении, допустим, с тем, когда вы были в юниорах. Я думаю, что тогда, наверное, все было как-то закрыто больше. То есть, вот, например, ваша группа уехала на сбор, вы там тренируетесь, например, в Острове с Юрием Викторовичем, и никто вас не знает. Сейчас проходит сбор, и мы, болельщики, в инстаграмах, в других соцсетях, все следим за тем, как это происходит. Безусловно, плюс соцсети дают плюс развитию лыжных гонок. Я только за, чтобы вся эта была информация. Я думаю, как раз, наверное, и ты тренируешься и бегаешь для того, чтобы о лыжных гонках знали. Люди смотрели, не знаю, набирались мотивации, выходили дальше на лыжах. Я думаю, ты для этого только и тренируешься, и выходят все эти, бегаешь эти старты, чтобы как раз люди знали о лыжных гонках, заинтересовать их, а не просто так, вот скажем, мне неинтересно выйти куда-то, приехать на соревнования, выйти на старт, стартанул, уехал в лес, проехал, там финишировал сразу и все. Мне это неинтересно, я думаю, что это, это неправильно. Как раз вот все это телевидение, соцсети, прямые трансляции, они только в плюс. То есть популярность растет за последние 10 лет? Мне бы хотелось в это верить, конечно же. Вот, она, безусловно, растет, тем более у нас такая сильная команда. все равно я однозначно знаю, уверен, что если в этом виде спорта спортсмены выступают хорошо, ты приходишь смотреть, и ты знаешь, что они будут бороться за первое место, ты останешься у телевизора дальше смотреть. Что у нас, скажем, происходит в лыжных гонках, что решается на финише, у нас спортсмены выигрывают, там вторые, третьи, они постоянно борются. А если бы была слабая команда, которая там выходишь, постоянно занимает 30 места, я понимаю, что пусть там будет миллион соцсетей, будет там 2-3 прямых трансляций, если у тебя команда, твои спортсмены из твоей страны не борются за пьедестал, конечно же, это неинтересно смотреть. И поэтому я думаю, что тут как бы общие, скажем, такие интересы, что спортсмены тренируются для того, чтобы выигрывать, чтобы было интересно зрителям, а спортсмен бегущий ему интереснее, когда смотрит зрителя, а зрителю интереснее, когда бегут спортсмены и выигрывают. Еще интересный тренировочный момент. Когда пришел в группу Маркус Крамер, я знаю, что многие тренеры советовали с ним, наверное, многие спортсмены подходили со своими дневниками, что-то там консультировались, обсуждали. Вот вы, например, с приходом Крамера взяли что-то лично для себя от него или нет? Или оставили все по-старому? Скажу, что в 2011 году, в 2010, получается, у нас группа была Перевозчикова, присоединилась к нам Изабель. Кнаут, как раз вот она, наверное, скажем, по плану, как они работали с Маркусом, принесла что-то новое, именно как раз стабилизацию, какие-то ускорения, что-то это пришло. Безусловно, любой тренер, так как он тренировал там Дарью Колони, я с ним тоже общался, разговаривал. Помню, после чемпионата России в Тюмени мы разговаривали, мне было интересно их интервалы, количество, периоды. Скажем, с приходом его пришла тренировка, интервальная тренировка 30-30, скажем, которую мы... Это с Крамером, да? Да, с Крамером, которую мы не выполняли сами. А то, что пришла темповая, по лактату мы уже ее, скажем, делали, это для нас была не новинка. Вот, что, скажем, принесли к нам КНАУТ, и европейские специалисты, это вот, наверное, скажем, стабилизация и интервальная тренировка. А 30-30 подробнее расскажите, что это за тренировка, вот, прям на примере одной тренировки. Это все просто, скажем, ты 30 секунд ускоряешься, 30 отдыхаешь, 30 ускоряешь, 30 отдыхаешь. И сколько таких повторов? Вот тут, скажем, все тоже, скажем, каждый тренер выбирает свой, кто-то делает с отдыхом, скажем, трехминутным, кто-то без отдыха, смотря как ты хочешь загрузиться, проработаться. Вот тут несколько, скажем, моментов. Кто-то делает 6 ускорений, потом 3 минуты отдыхает, кто-то 8-9, кто-то вообще без отдыха, и поэтому тут как бы разные есть. Уточню, вот эта вот тренировка 30-30 вы ее называете, есть еще вариант, когда ускорений поменьше, например, по 10-15 секунд, вот, отдых там порядка минуты, и вот точно так же. Это, ну, то есть, например, 6 таких коротеньких ускорений по 10-15 секунд, между ними по минуте 2 отдыха, да, потом побольше отдыха и повторяем. Это этот же вариант тренировки, но как бы в другой интерпретации, или сейчас речь о другой идет? Я считаю, что нет, идет, примерно проходит так же, но она... Все-таки здесь тренировка 10-15 секунд направлена на взрыв с большим количеством отдыха, а тут наоборот, до восстановления ты постоянно ускоряешься. А вот эти тренировки взрывные, то есть, допустим, 10-15 отталкиваний с максимальной силой и побольше отдых, вы такие выполняете или нет? Выполняем, но особо я на этом не концентрируюсь. Вот, выполняешь, наверное, после тренировки бывают какие-то как раз финишные ускорения уже на усталости. А вот именно, чтобы отдыхать 3 минуты, я думаю, это больше направлено на спринт, кому важен именно стартовая позиция с большим отдыхом. Все равно все финишные ускорения ты делаешь уже, когда организм уставший, на закислении, и ты делаешь эти ускорения, а не на отдохнувшись. А когда вот вы делаете эту тренировку 30-30, ускорение 30 секунд в полную силу или точно так же с ограничением по лактату? Нет, здесь идет без ограничения в полную силу. То есть в полную силу отработал. Это вы делаете отдельной тренировкой или просто, допустим, в конце? Отдельная тренировка. Отдельная тренировка, да?